Я прихожу с Виктором Павловичем Обнорскому праправнучатым племянником, потому что у него детей своих не было. Он вообще-то был принципиальным противником террора. Он никогда никого не убил, никогда не участвовал ни в каких подготовках к террористическим актам. Но получилось так, что его фигура сама, она послужила причиной и поводом для открытия дверь в такой большой террор. В общем-то, он был главным организатором вот этого Северного союза русских рабочих. Считается, что это такая первая марксистская организация в Санкт-Петербурге. У него был более молодой друг, такой товарищ Халтурин, которого больше знают, чем Обнорского, потому что Халтурин-то как раз был человек действия. Была пара провокаторов. Один, это семейная пара была. Значит, муж больше работал по Москве, жена по Петербургу. Вот жену как бы подставили Обнорскому, надеялись, что он как-то клюнет на нее. У них действительно начались отношения. А дальше произошло немножко сбой такой программы. Она влюбилась в Обнорского, стала бегать к начальнику охранки и просить, чтобы его пощадили, что он очень хороший человек, что он вообще замечательный, что он не собирается ничего делать такого плохого, ужасного. Тем самым ускорила она начало вот этой операции по ликвидации всей организации. Немногие, в том числе Халтурин, сумели уйти. И Обнорский попал под следствие. Вот здесь он почти там, год и 4 месяца, по-моему, он провел в Петропавловке. Вел себя достойно, никого не выдал. Ему тут было скучно сидеть. И он дрессировал мышей. Значит, и развлекал этим охрану. У него очень хорошо получалось. У него мыши возили по возочке и даже, значит, ходили строем. А Халтурин решил мстить за товарища. Он устроился в Зимний дворец. Значит, начал таскать туда потихонечку динамит. И был этот знаменитый взрыв в Зимнем. Убить царя не получилось, но пострадало большое количество человек. И вот так вот получилось, что, значит, вот с одной стороны человек, который удерживал, так сказать, от террора, с другой стороны человек, который стал суперзвездой этого террора, да, значит, когда пытался отомстить за Обнорского. Обнорский получил 10 лет каторги, отбыл ее, в Петербург никогда больше не возвращался. Интересно, что так и не женился, и вообще к женщинам относился крайне отрицательно, потому что считал, что его выдала женщина. Могу теперь на полном серьезе писать в автобиографии, что сидел в камере Петропавловской крепости, а не только в ливийской тюрьме.